Всем привет, ребята, меня зовут Компот, и добро пожаловать на сборку смешных видео со мной. Стоп, что-то я не с того ключа начал, минуточку. Всем привет, с вами Громила Коротконожкин. Ладно, в общем-то, я заметил, что большинство моих видео очень смешные и креативные. Когда я пересматриваю свои же видео, мне всегда становится очень смешно. Даже когда я сижу, а потом там друзьям скидываю в ВКонтакте все дела, типа посмейтесь над моим видосом. И я решил сделать подборку самых смешных моментов со мной. Где я смешно шутил, где мы все смеялись и всем весело. Поэтому, если ты пьешь чай, отложи, потому что иначе он будет вылетать у тебя из носа. А если ты мой старый преданный подписчик и пересмотрел уже практически все мои видео, то я тебе советую все равно посмотреть этот ролик, потому что на этом ролике даже будут видео с других чужих каналов, с каналов ютуберов, с которыми я снимал, и на которых я очень тоже смешно шутил, поэтому, ребятки, оставайтесь и смейтесь вместе со мной. Начинайте просмотр. Здравствуйте. Здравствуйте. А, можно, пожалуйста, мне Биг Тейсти? Окей, секунду. Так, еда. Так, пожалуйста, ваш Биг Тейсти. Картошка фри. Картошка фри. Есть только такая, есть только такая. Можно мне инсулина в кровь, пожалуйста? Я сейчас умру. Ой, надо бы проверить. Ай, ты что творишь? Тихо. Так, я давай. Не хотел, честно, подуй, я не хотел. Подуй. Еще. Давай, дуй. Нормально. Все. Сильнее. Да что-то не получается. Давай, еще. Рома, помоги мне, горю. Помогите мне. Мне кажется, я не в ту сторону дую. Но если я попробую подуть именно в ту сторону, в которую надо, все получится. Давай. Стой на месте. Я не могу. Не получается! Я горю, Рома! Ты дурак! Я на компот! Я не могу! Помогите! Боже мой, перед... О, привет! Так, я сейчас приду и снова разберу твой сарай. Я чуть-чуть не разыгрался. А хочешь услышать звук жирного человека, вот когда он идет, устал и остановился? Давай. Я просто это вживую слышал. Короче, идет жирный мужик, с пакетами несет их, он такой устал, весь потный, ставит пакет и звук такой издает. Боже мой, это что, сухой кустик? Боже мой, это что, сухой кустик? А, да, я дебил полный, ничего не поменялось. Господи, Рома, чё с тобой? Со мной все хорошо. Тебе не кажется, что эта майка немного тебе, ну, не по размеру? Полнит? Да я не знаю, можно ли твое тело еще полнить. Поминки! Ребятки, записывайся за поминки! Поминные обеды! Ты что делаешь, дурак? Песню вспомнил. Ай, сочи пэг, ай, сочи пэг. Чисто утром, что черепаха называется. Маленькая Таня. Так, потому что скин мой красный и плащ у меня, собственно, как говорится, Россия. А посмотри мои глаза, пожалуйста. Я не вижу, прости. Отсюда не видно. Итак, следующий гость нашего шоу — Компот. Похлопаем, друзья, похлопаем. Это Компот Рандада. Компот, помирись. Что за уродство тут? Идите сюда, смотрите. Ой. Капитан Жаров и МВД Щукина. Ну извиняюсь, я первый раз играю в стак! Ладно, расслабься. Не дави! У тебя нервный срыв, похоже, да? Нет, все нормально, я спокойный. Не, у меня нет разъяренной личности. Да как нет, если есть? Да ничего у меня нету. Да не, есть у тебя. Ничего нет. Блин, я говорю, будто я утка, и я крякаю. Так. Да, я занимаюсь паркуром с 3 лет, поэтому буду паркурить. Роман паркурщик. 4. Поэтому я тут уже подготовлюсь. Привет! Погоди, стой, я к тебе когда-нибудь телепортируюсь или нет? Когда-нибудь, да, когда-нибудь точно. Да, а что будет, если крипер взорвется в полете? О, я сдох. Ты сам напросился, братан. А, мои глаза!
нахер, а вам какую-то херню? Анекдоты про тещу будут? Конечно будут, компот, на все 100% будут, ты чё? Сейчас, летучая мышь! Какая летучая? Это попугай домашний, ты чё делаешь? Не трогай его! Позвонить в отрезвитель, больницу и пытаться найти там Андрея Жителя. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Скажите, а вам не поступал такой человек, как Андрей Жительный? Нет, не было такого сегодня. Ага, то есть человек с именем Андрея не было. Понятно, просто пропал куда-то, представляете? Вышел, я ему позвонил, а он говорит, я занят. И все, а потом такой бах, и все. Перезвонить ему еще, может, правда занят? У него такая бородавка еще на носу, нет? Не было сегодня такого. Понятно, понятно. Ну, он такой шебутной у нас, боярышник любит. Трико со шляпой. Не было. Ну ладно, тогда извините, что вас побеспокоил. Трезвого вам вечерочка. Спасибо. Хай. 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 А давайте мы сейчас придумаем вместе с вами имя нашему голему. Не, идея! Давайте Доминик Джокер или Доминик Туретт. Доминик Джокер, подожди, Джокер. А ты уже взял эту? Доминик Туретт, прицепой. Слышишь? Ты уже ярлык взял. Не перебивай. Ладно. Садитесь на пуфик, пожалуйста. Тупая свинья. Богатый. Ром, я, собственно, чё приехал? Я, в общем-то, решил рассказать тебе о своих проблемах. Тебе же интересно, правда? Ну, на самом деле, мне нравятся твои проблемы. Ты, конечно, что-то скрываешь? Нет, не особо. А что скрываешь, если скрываешь? В 9 лет я насрал в свою кровать. Может, я тебя скрывал? Несколько сотен тысяч человек. А может, и миллионов, если зайдет? Дмитрий Нагин. Я лучший телеведущий этой страны. Дмитрий Нагин. Ты что несешь? Ну-ка, ты не помнишь? Вчера баба Шнура, я его по башке огрел. Пенсию в кармашек и дверь снял из петель. И сдал ломбард. Помнишь? Это ты рассказываешь историю твоего бати, я так понимаю. Да, да. Вот это ваш огород, это ваша работа? Ну да, дайте я ее сделаю. Проверяй на бомбу, проверяй на бомбу. Эй, эй, что вы делаете? Не ломайте, не ломайте огороды, стойте, мне же... Отсюда выпадет, стой, погоди. Так, и мне выпало отсюда ку... Так, окей, я... Окей, хорошо. Ладно, окей, хорошо, давайте добудем. Я вижу лаки-блок. Интересно, повезет мне, если я его сейчас сломаю, или не повезет? Давайте проверим это. И... Я тупая корова, которая заблудилась. Извините меня. Заблудилась. Ладно, короче, давайте не будем, так сказать, медлить и начнем построение ловушек. Ты, пиксель, гуляй, я тебя позову, когда надо будет, да? Хорошо, тупой Роман Камп. Ты не обзывайся. А если я дверь сломаю, подожди. А может, просто откроешь ее? Идиот. Ро-ло-ло. И... И чё? Чё? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Все хорошо. Да какого фига? Почему меня засыпают? Я думаю, почему так света мало? А! Нет! Нет! Иди в задницу! Нет, пожалуйста, ну крипер, ну какого фига? Какого фига? Я только начал развиваться. Какого фига? Нет, пожалуйста, нет. А! Нет! Вам понравится, что мы тут сделали. Но сделали мы, конечно, старались сделать сложно, да, Максай? Как же я обожаю ананасы. К чему это? Тихо, аккуратно, нет! Мы так выпрыгиваем. Ну нафиг, чё со мной не так, а? Ё-моё, взорвалась, бабахнула. Чувак, я заболел, мне было очень скучно. Ну всё, ты петушок теперь на зоне, поздравляю. В смысле петушок? Ой, нет, неправда. Это я тебя засужу, кстати, суп хочешь? Я свои права знаю. Суп? Да. Можно. Суп. Ты молчишь постоянно, я типа такое решил. Почему бы Андрею не поговорить сейчас? Забрасывай его кирпичами туда, господи. Наконец-то. Плитка валится с небес, тебе нравится.
В общем-то, я надеюсь, что вам понравилось, очень сильно понравилась вот эта вот моя подборка смешных видео. Если честно, ребят, когда я его монтировал, я чуть со смеху не помер. У меня были красные глазища, слезы текли от смеха. В общем-то, было забавно. Если ты хочешь больше таких прикольных видео, то оставайся на моем канале, подписывайся и нажимай колокольчик. А с тобой я прощаюсь, с вами был я, Геннадий Коротконожкин. Ладно, на самом деле, Роман Компот. Всем удачи, всем спасибо и пока!